Они тоже не понимают. Кто? Дуры они. Кто они? Мужики. Мне уже печет. Почему? Потому что слабые они. И мне надо посчитать. Поговорить о проблеме наших мальчиков в 21 веке. Например, пишешь ему: «Привет, как дела?» Он отвечает: «Привет, норм, а ты?» Без смайликов. Почему без смайликов? Потом удивляется, почему мы обижаемся. Или, например, тебе нравится очень симпатичный мальчик, а ему на тебя посрать. А потом к тебе прицепится какой-нибудь урод, на которого тебе посрать. В чем прикол? Я не хочу тут так. Давай. Цитата. Как вы поняли. Мы любим тех, кто нас не любит. И губим тех, кто любит нас. Да-да-да. И губим тех, кто любит нас. Пока. Так? Нет, еще не пока. Что еще? Так неинтересно. Как? Мы просто очень тупые, простите. Я не к тебе, да. Вот интересно, да? Нет же, да? Так мало. Мы просто хотели снять видео ВКонтакте, сейчас конкретно тупим. Да. Что вы всерьез не воспринимаете наше видео? Вообще некоторые моменты восприняете. Пишите со смайликами. Да, со смайликами. И с поцелуйчиками. Да, с поцелуйчиками. Пока. Пока.